Красноярске судебные приставы начали приостанавливать действие водительских прав у должников. За 10 дней уже вынесено более 20 постановлений. Напомню, 15 января вступил в силу новый закон. По нему злостным неплательщикам штрафов, судебных издержек и алиментов могут временно приостановить действие прав. Судебный исполнитель обязан лично уведомить должника о том, что у него есть всего 5 дней на уплату долга. В противном случае садиться за руль будет запрещено. Если должник не послушался и попал инспектором ГИБДД, ему грозит лишение прав на 1 год или 50 часов исправительных работ. Впрочем, в законе есть и исключения. Речь идет о случаях, когда транспортное средство является основным источником средств существования для гражданина. Ну, вторая ситуация – это когда для гражданина транспортное средство – это, собственно говоря, способ попадания к его месту жительства в каких-то труднодоступных районах. Плюс учитывается третий момент – это инвалидность, то есть самого водителя, либо находящегося на его иждивении члена семьи.